Друзья, всем привет, с вами Санек. Нахожусь в мастерской, только вот печурочку затопил. Заметили, да? Смотрите. Видали? Перчатка пупырками вовнутрь, по инструкции. Знаете почему? А потому что сейчас буду рассказывать свою историю инструмента Interscol. И трогать его буду только в белых перчатках и только одетых по инструкции. Итак, друзья, имею, значит, у себя в мастерской вот такую вот замечательную болгарочку всем уже известной фирмы Interscol. Так, дубль номер два. Я сказал болгарочку, надо это вырезать. Итак, друзья, имею у себя в мастерской угловую, блин, ты не выговоришь, угловую шлифовальную машину УШМ-125-900 от фирмы Interscol. Наверное, так будет правильно. Все это дело лежит на пенке 10 мм, чтобы мягенько было ей удобно. Вот, потому что как бы так положено, я так понимаю. По каким-то соображениям. 21 года. Есть какие-то надписи на неизвестном мне языке. Сделано непонятно где. Ну, слово «Россия» не наблюдаю. Может, я слеповат. Слепошара, наверное. Надо очки уже одевать. Вот так это дело все выглядит. Ну, впрочем, все как у всех. Все, друзья, как у всех. Происходит вот такая вот оказия. Не знаю почему, но сколько я вот роликов посмотрел. Кто показывает свой инструмент. Угловых, друзья, не забываем, шлифовальных машин. У всех отсутствует вот этот элемент. Вот этот элемент у меня удалился самопроизвольно. Во время работы. Что-то пилил, вот так вот в сторону это дело все отстрелило, очень даже качественно штифт упал туда вовнутрь, и очень профессионально там все это дело, историю, да, с шестернями там сотворил. В общем, все как заявляет производитель, все качественно и профессионально. Вот. Сжигать я ее, конечно, не буду там у себя в печке. Молотком там ее разбивать не буду. Не, ну пускай лежит. Пускай лежит. Возможно, сдохнет болгарочка вот 2010 года. Вот они головы подходят. И соберу такую вот непонятную для меня конструкцию, где будет тело отдельно, одно. Голова будет другая, все это будет как-то завинчено, сшито. Вот как-то персонаж называется. Вот. Так интересно, когда вот он состоит из разных частей. Вот, ручку, ну не знаю, может эту оставлю, может быть возьму ручку от фиолента. Вот такие вот разные части. Вот, не знаю, забыл, как называется персонаж. Вот. И, возможно, продолжу ей работать. На ней нет ни царапин таких существенных. Она новая, она просто залапана. Потому что вот, ну пришлось, друзья, мне одеть белые перчатки, потому что в основном они мне все вот такие. Вот, ну, знаете, чем я занимаюсь. Вот, а есть даже еще и пострашнее. Это вообще свежачок. Вот, как-то так. Так что, ребятам с канала Папа Карло, желаю всего самого наилучшего. Правда, на вашей стороне. Вот, правильное дело делаете, что... Обозреваете инструменты, показываете все плюсы, минусы. Вот. Качественный контент, интересный, с юморком. Был бы он такой нудный, как у меня, вас бы никто не смотрел. А так как вы все-таки все это с юморочком преподносите, вас хочется смотреть, и досматриваешь ролик по-любому до конца. По-любому. Вот. Какой бы он там длины не был, потому что ну, интересно смотреть. Вот, как-то так.
ребятам вот с компанией Interscope, ну, всего тоже, как бы, самого наилучшего, так сказать. Ну, нужно меняться. Меняться нужно в лучшую сторону, прислушиваться. Люди, когда приходят в столовую покушать, они хотят сытно покушать. И неважно, супчик это будет или борщик. Но когда им приносят еду, ее жрать невозможно, то они, конечно же, пойдут через дорогу в соседнюю кафешечку и там поедят. Так может быть, хозяину этой столовой поменять повара, который будет вкусно готовить? Инструмент, друзья, кстати, неплохой, но в моем случае он уже и не рабочий. Так что, вот, как факт. Всем пока, с вами был Санек. Как говорится, скоро увидимся.